Всем привет, меня зовут Юлия, я живу в Анталии. Начался сезон, поступает огромное количество вопросов по разным темам, и в том числе золото. Где купить, посмотреть золото? Я решила пойти к Равилю. Вы спросите, почему, Юля? Огромное количество магазинов по всей Анталии, я с вами согласна. И когда я первый раз шла снимать вообще золото, я думаю, куда? И, конечно, я решила сделать по принципу BBC. Баба бабе сказала. Я спросила у подружек, у нескольких, говорю, где ваши мужья покупают вам подарки. И мне сказали одного и того же ювелира. Не все, но вот в большинстве случаев это был Равиль. Там есть сертификаты, там проверка хорошая, поэтому и сегодня мы пойдем к нему, посмотрим ассортимент, то, что вы просили, ну и спросим вообще, что у них новенького, может, что-то интересное расскажут. Я иду с церкви и решила пойти сокращенной дорогой, и смотрю, что я давным-давно здесь не была, все такое яркое, все разукрашенное в разные цвета, просто красота, красота. Вот здесь всегда очень красиво разложены фрукты, лагерь сын. Спасибо большое. Будете знать, где покупать свежевыжатые соки. Вот, сразу цены есть. А, улица зонтиков. Они тогда мне сказали, что сделают. Когда я была последний раз, не было. И посмотрите, боже, какая прелесть. Ой. Где находится? Вот если вы туда выйдете, там будет Old Bazaar. А если налево завернете, башни с часами. То есть от башни с часами садку листи. Нужно пройти немножечко по трамвайным колям в сторону Ишеклара. И все. И вы на такой красоте. А к Равилю вот сразу же мы выходим и идем. Мы вообще почти и вышли. Это главная улица Ататюрк Джадеси. Это официальное название. А по-народному Ишеклар. Идет фонтанчики. Так, где у нас переход, Юля? Честно вам скажу, я бы такой села бы под водопадик. Если честно, сегодня попрохладнее. Я не смотрела, сколько градусов, но так прямо даже приятно идти. По сравнению с тем, что было. Видите, людей не очень много, но мотоциклы все равно ездят. Вот, Элида Голд. То есть от улицы Зонтика очень-очень близко. Начало от Ататюрк Джадеси. Вон перекресток. Вот там останавливается этот большой трамвайчик, а сюда проезжает маленький. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Привет. Сегодня хочу тебе позагружать. Подписчики попросили показать, что у вас новенького есть. Хорошо, покажем. Хорошо. Могу с витрины показать тоже еще. Хорошо. У нас очень много нового. Зульфия, она по-русски говорит, сейчас может объяснить, показать. Что там за красота? Красота вообще? Нет. А, ну все ко мне вот под юбку лезут. Все, это же просто... Да? Он же дыбает. Смотрите, это беленькая собачка, которая была раньше. Смотрите, как она выросла. Ты красотуля. Помните, она была в черном жилеточке такой? Она сразу меня узнала. Артистка. Добро пожаловать в ювелирный салон Элида Голд. Меня зовут Равиль. Я вам дам небольшую информацию. Пожалуйста. Здесь у нас ювелирные изделия начинаются. Итальянские. Оригинально итальянские. Каора, Эзодженера, Бово, Артлайн. Такие очень популярные бренды. Ну, это на любителя, кто приезжает, хотят такие необыкновенные изделия. Очень много интересного у нас есть. С эмалью, без эмали, с цветными камнями, с полудрагоценными камнями, с кварцем, с белой эмалью. Очень много выбору, можете посмотреть. Ну, например, вот эта розовенькая. Это розовенькая, это кварц. Это натуральный кварц, это итальянское кольцо. На нем, если заметили, зачернение есть сбоку. Получается, зачерняют золото черного цвета. А вокруг оно идет в розовом цвете. Приблизительно сколько оно будет? Приблизительно цена 1500-2000 долларов получается. А если целый набор? Есть, это полностью целый набор. А.
это набор 1500-2000 долларов. А если отдельно кольцо или сережки или кулон, в пределах 500-600-700 долларов цена получается. Есть, например, цветки такие с эмалью, потом красная эмаль. Это натуральная эмаль, микро обработка идет на эти изделия. Есть, например, с черными, с ониксом изделия такие необыкновенные. Это вот эти? Да. Вокруг оникс камушки. Этот комплект серьги с кольцом и кулон у него тоже есть. В комплекте 2500 долларов получается. Золото проба. Золото 585-й пробы у нас, которые без бриллиантов. С бриллиантами 750-й пробы идут изделия. Это вот, например, посередине. Это итальянские изделия. Можем... Сверху, да? Да, 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 да. Это колье, кулоны идут. Вот леопард, например, наверху можете показать. Такой с висюльками, с эмалью. В среднем 1400-1500 долларов. Но он массивный такой прям, там... да. И цепочка двойная, полная внутри такая. А вот эти с камушками? О, вот это я хотел сказать. Это у нас изделие 750-й пробы, это 18 карат. С цветными натуральными камнями и с бриллиантами. Это танзанит, топаз, кварц, цитрин. Очень много самоцветов есть такие. Но все натуральные камни, сертифицированные у нас. Вот ниже у него кольцо, сережки можете посмотреть тоже. Вот, например, с танзанитом кольцо. У нас танзаниты тоже есть. Изумруды, сапфиры, топазы, турмалин. Очень много. Вот изумруды, пожалуйста. Вот. Зеленый с синим – это зеленый изумруд вокруг танзаниты. Ага. Вот такое с бриллиантами кольцо, оно тоже 750-й пробы. А это еще и бриллианты сбоку. Это с бриллиантами, да, 750-й пробы. Это изделие получается в цене в пределах 5000 долларов. Угу. Ну, еще можно сторговаться. У нас наверху вот с изумрудом кольцо, кстати, тоже очень интересно. Квадратное, крупное оно кольцо такое вокруг. Капли бриллианта идут. Это мой свой дизайн. Я сам как ювелир очень много своих дизайнов произвожу. Такое кольцо 4-5 тысяч долларов. Здесь у нас бриллианты тоже все 750-й пробы. Например, колье вот свадебное, кто хочет. Нарядное, да, такое. Там немало карат, на 7-8 карат бриллиантов. 750-й пробы. С браслетом, с сережками. Кольцо полностью в комплекте. Есть кулоны, например, вот необыкновенные, бабочки, лава модель. Очень много интересного. 750-й тоже пробуют, это все с бриллиантами. Бриллианты мы пользуемся в основном хорошей частоты. Это GHF D-Color или камни внутри по частоте VS идут. VS – это внутренняя частота камня. В России, например, они проходят 1-1, 1-2, 2-2, 3-3, вот так как бы. Но у нас 4-ки, 5-ки мы в основном не пользуемся. Стараемся хорошего качества, чтобы камни были. Скажи, пожалуйста, вот это золотое колечко как бы двойное, да? Да, да, это да. Это разных размеров вы можете делать? Да, 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 размеры, все это тоже делаем. Это тоже бриллианты? Это там? С бриллиантами, 750-я проба в желтом золоте. И сколько такое? Такое кольцо в пределах 1500-1600 долларов. А вот такое золото с бриллиантами какие-то? Вот, это тоже с бриллиантами. Здесь камни тоже хорошего качества, 750-й пробы изделия. Полностью комплект, в среднем 4000 долларов. Есть вот кольца, здесь тоже интересные такие, вот змея, видите, вот на два пальца кольцо, тоже интересно. Потом вот вокруг такие камушки, они идут, вот покажу сейчас я вам, там маркизы бриллианты, тоже очень необыкновенное колечко такое. Я заметила, что вот там идет такой кулончик, и вот здесь такое колечко какое-то. Да, да, это с этого же комплекта. Оно вокруг тоже с бриллиантами, и кулон тоже вокруг с бриллиантами. Очень интересно. Оригинальная очень вещь такая, полностью ручной работы идет. Оригинально в желтом и в белом золоте цвета. Угу. И
сколько такой где-то будет кулончик этот? Кулон в пределах $2000. Но а там каратность очень большая, изделие массивное. А колечко? А кольцо тоже в пределах $2000-$2500. А вот мы браслетики пропустили. Сколько? Да, вот здесь браслеты, например, желающие браслеты от каратности зависит 3, 4, 5, 6, 7, до 10 карат браслеты есть с бриллиантами, багеты есть с черными бриллиантами есть. Очень много можем выбрать, как бы интересного есть у нас, выбор очень хороший. Ну вот, средний размер еще, в да? В среднем вот размере, в среднем цена от 2000 начинается и выше. Есть, конечно, меньше каратность, можно и за 1000, и за 1500, но они очень мелкие такие. Угу. А это крупные изделия. Угу. Тоже 750-й проб. Здесь тоже у нас бриллианты продолжения, браслеты такие жесткие, гвоздь-браслет. Потом самоцветы в желтом золоте с бриллиантами. Пол карата 0,70. Каратники у нас есть такие тоже. Очень много спросу идет. Кстати, изделия очень красиво смотрятся. Кто одевает, прям шикарно. Приблизительно. Цена у этих изделий приблизительно кольцо с сережками вместе $5000 получается. Но здесь камни крупные. Если будет меньше камень, кольцо с сережками в среднем от 2500-3000, вот так. Но если, конечно, каратники, там уже цена другая. Это колье с изумрудом, с бриллиантами. У него браслет, сережки и кольцо тоже есть полностью в комплекте. Такой комплект с изумрудом в среднем $10000 у нас цены со скидкой. Здесь у нас комплекты. Тройные идут сережки, кольцо, кулон. Ну и цепочка, конечно, она в комплекте. Можно по отдельности тоже, конечно. Здесь с ониксом, с белыми камнями. Вот колье, например, вот эти два, они разные. Есть двойной цепочка, есть с одинарной цепочкой. Кулоны такие интересные. Здесь половина камушки, половина золота идут. Цена? Цена в среднем от $300-$400-500 получается. Угу. Цены тоже очень хорошие. Кстати, скидки а вот делаем. Фиолетовое. Фиолетовое это с аметистом. Как лепесточки они идут такого. Внутри фианиты идут, без бриллиантов. Вот такой комплект. Цена тоже недорогая. Полностью комплект. В среднем $600-$700 получается. Есть кольца, можете посмотреть. Кстати, интересные здесь леопардами, львами. Леопард сколько? Леопард цена... $300-$400 в среднем цена получается. И цены недорогие. Браслеты, например, жесткие. Есть прямые, есть камнями, есть гвоздь. Очень много интересного. В желтом, в белом, в красном. Три цвета золота. В любом цвете, которым вы пожелаете. Ну, один браслет, скажи цену. Браслет вот в среднем такой. Широкий. Это, да, вот этот. Он, правда, чуть дорогой. Массивный такой браслет. В среднем цена $600-$700. А так браслеты есть за 300, за 400, за 500. Ну, правда, и более массивные есть. Они в пределах $1000-$1500 получаются. Здесь у нас тоже продолжение колец. Красном, белом, желтом цвете золоте. Это все 585-й пробы изделия. Здесь у нас с аметистом комплект. С эмалью комплект можете посмотреть. Самоцветы есть. Кстати, Лондон Топаз очень редкий. Это синенький? Синенький, да. Это Лондон Топаз очень редкий. Сколько комплект где-то будет? Комплект в среднем $800 получается. Там браслет еще есть или нет? Нет, там сережки, цепочка, кулон и кольцо идет. Здесь у нас кулоны с цепочками. Есть они мужские, есть женские идут. И цены тоже, кстати, очень хорошие. Можно с цепочками, можно отдельно, конечно, их брать. Цепочка с кулоном вместе в среднем $1000 получается. Но они массивные такие, прям внутри полные идут, с эмалью идут, с черными камушками, с красной эмалью. Обручальные кольца, они в желтом, в белом, в красном золоте есть. Любое изделие от миллиметра зависит тоже, конечно, 2, 3, 6 миллиметров на любителя, кому которая больше понравится, потому что это один раз и на всю жизнь, как говорится.
И, ну, в среднем цена? В среднем цена начинается с $250 и выше. За два кольца? За два кольца, за пару, да, обручальных колец. Здесь у нас кольца идут с одними камнями в белом золоте, в желтом золоте, в красном золоте. Выбор такой большой. Сережки продолжения здесь. Очень хороший выбор есть. С цветными камнями, без золота, в белом золоте, с камнями, без камней. Серебро? Нет, нет, без камней. А золотые камни? Просто mm-hmm. они идут. Ой, такие там цветочки, смотри, это почем? Да, вот цветочками сережки, например, $180, и цена недорогая, алмазной гранью. Браслеты у нас выбор здесь хороший есть, с кольцами такие, которые прилегают, с камнями, без камней. От и до цена? Цена начинается со $150, в среднем 500, 1000, 2000. Но они пустотелые или? Нет, есть полные, есть пустотелые. Пустотелые, они дешевле, правда. Кулоны, пожалуйста, можете посмотреть. Очень хороший выбор такой. Это они с цепочками идут, можно и без цепочки. Тоже от и до цена? В среднем цена с $50 начинается до $1000. 500, 600, 700. Смотря что выберете. Здесь у нас цепочки в желтом, в белом золоте. Я надеюсь, вам видео понравилось. Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Равилю будет очень приятно. И если вы будете ему задавать вопросы, мне тоже будет очень приятно. Но я думаю, это все-таки больше к Равилю, потому что по профессиональной части я вряд ли смогу что-то ответить. А он сразу вам выдаст в комментариях всю информацию, которая вам будет интересна. Целую вас, люблю и обнимаю.